Добрый день! Сегодня мы решили открыть новую баночку. Проведем дегустацию. В этой банке находится гуава в сиропе. Страна производства – Таиланд. Значит, что входит у нас в состав? В состав у нас входит гуава, вода, сахар и лимонная кислота. Сейчас я эту баночку и открою. Так, баночку я открываю. Гуаву ботаники называют или деревом, или кустарником. Потому что это все зависит там, где она произрастает. Если это дерево, то оно очень достигает высоты высокой, до 20 метров. А плоды, как теннисные мячики. Родина гуавы считается Америка. В Таиланд она тоже попала из Америки. Урожай у гуавы очень богатый. Даже можно собрать до 100 килограмм с одного дерева. Так, смотрим. Плоды бывают круглыми, овальными, грушевидными. Похоже чем-то на яблоки. И цвет бывает зеленый, красный, ярко-желтый, белые, малиновые. Ну все, наверное, гуаву. Посмотрите, какая она. Вот какие плоды гуавы. По всей видимости, она была у нас или белая, или зеленая. Хочу сказать, что очень-очень вкусная, сладкая и очень ароматная. В плодах содержится очень много клетчатки, белков, жиров, углеводов, ну и витаминов, а также селен и йод. Ну, конечно, лучше употреблять свежую гуаву, чем консервированную. Но консервированная тоже очень-очень вкусная. Я хочу попробовать ее так. Вот видите, какие кусочки. Мягкие и очень аппетитные. Можно также использовать ее для салатов овощных. Но, скорее всего, мы съедим ее так. В этой баночке 565 грамм. Ну-ка. Да. 565 грамм. Вот она в таком сиропе. Сироп тоже очень вкусный и сладкий. Так что, если увидите гуаву, то можете ее приобрести, попробовать и останетесь очень-очень довольны. Положила гуаву и посчитала, что в этой баночке всего 12 кусочков. И вот сироп. Какой прозрачный. Вот. Так что пробуйте и не пожалеете. Приятного всем просмотра!